Итак, всем привет, дамы и господа. Рад представить обзорчик на игру Rage 4 2020 года. И всем, кому интересно, подписываемся. Скоро будем проходить ее в прямом эфире на этом канале. И сейчас смотрим обзор. Мы строили такие планы на эту планету. Наша Земля была столь милосердно очищена метеоритом, чье имя Апофис. Как много у нас было планов, и все их сорвал один человек — Николас Рейн. Одним нажатием кнопки нас лишили будущего. Появились ковчеги. Экосферы посыпались на Землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Наши планы были сорваны наивными, нахальными плебеями. Плебеи не дали нам очистить ослабевший вид. Они отказались от нашей помощи. Предпочли спасать свою жалкую никчемную жизнь ценой будущего всего вида. Верх эгоизма. Думали, что победили нас. Мы сами позволили им так думать. Но мы ушли под землю. Мы следили за их распрями, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт, все было подчинено единой цели. Хирургической ликвидации слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону. Захватим их поселения. Захватим ковчеги. Сегодня мы сравняем с землей их ничтожные города. Сегодня мы начнем великую зачистку. Сегодня будет возрождено правительство. Ничего хорошего. Хватаем пушки и выдвигаемся. Уже пора, да? Да, бери снарягу. Защищаю вход. Лили, она мне как сестра родная. Мы выросли в Винланде. Мать Лили была нам любящим сержантом. А я сирота. У меня нет матери. Ничего, и на твою долю хватит. Говорю тебе, в этот раз все серьезно. Ладно. Тогда чего мы ждем-то?